Здравствуйте. В эфире программа «Городские встречи», в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях начальник отдела работы с налогоплательщиками ОФНС России по Рязанской области Алла Кондакова. Здравствуйте. Здравствуйте. С 2016 года действует новый федеральный закон в отношении контрольно-кассовой техники. Хотя до этого 20 лет действовал другой федеральный закон, и сейчас, 2 года назад, его кардинально изменили. Расскажите, зачем? Да, это действительно так. И действительно мы говорим о том, что федеральный закон, который вступил в силу 15 июля 2016 года, так называемый федеральный закон номер 290 ФЗ, да, он принципиально изменил само понятие контрольно-кассовой техники и порядок применения контрольно-кассовой техники. То есть это достаточно революционный такой был момент. Вот. Но, собственно, 20 лет до этого действительно там, да, был старый порядок, как мы его называем, дореформенный порядок применения ККТ. Зачем нужно было вот все это менять? А нужно было, потому что к моменту, вот к 2016 году стало понятно, что старый порядок применения ККТ, он вообще не отражает веяние времени, он морально устарел, да, морально и физически, как мы говорим. Он не соответствовал новым информационным технологиям, он был трудоемкий, и самое главное, он не отвечал интересам как бизнеса, так и государства. Самый главный минус, то есть что было до момента вступления 290 ФЗ, значит, представители бизнеса, которые имели контрольно-кассовую технику, они имели возможность производить манипуляции со своими кассовыми аппаратами и занижать выручку. И, собственно, происходило это из-за того, что показания вот этой, да, выручки, объемов продаж и так далее, они, значит, хранились в контрольно-кассовой машине и представлялись на физическом носителе один раз в году в налоговую инспекцию. То есть получается, что те, кто недобросовестные, да, имели возможность совершить какие-то манипуляции. Ну, у нас всегда, если есть что-то такое физическое, что можно, да, подкрутить, подвинтить, а вот всегда находятся такие умельцы. А вот, а те добросовестные налогоплательщики, которые честно, да, показывали свою выручку, уплачивали больше налогов, и, соответственно, получалось, да, были как бы в минусе. То есть это, в общем-то, есть абсолютно неправильно, неверно. Да? Вот новый закон, который как раз, собственно, был призван легализовать сферу, в первую очередь, вот такую высокорисковую, это услуги, значит, это торговля, да? Вот, то есть он закрепил новый момент, связанный с контрольно-кассовой техникой, который вот полностью исключил вот эти все риски. Это главное, да, наверное, преимущество, но здесь все-таки еще что хотелось бы добавить. Есть несколько моментов, которые, может быть, об этом даже и не знают сами предприниматели, да. Ну, во-первых, есть возможность всегда получить информацию достаточно подробную самому владельцу бизнеса, причем в режиме онлайн, по своим точкам, так сказать, продаж, да, то есть буквально находясь на отдыхе, значит, имеется доступ к личному кабинету ККТ, вот, который открывается на сайте специализированном, и, соответственно, посмотреть, какая выручка прошла там за вчерашний день, то есть вот вплоть до этого, да, то есть контроль за бизнесом в любой момент, что, собственно, наверное, всегда очень ценно для предпринимателей, достаточно серьезных, опять же, ну и вообще для всех, кто ведет свой бизнес, да. А вот второй момент, зарегистрировать контрольно-кассовую технику теперь можно самому, вообще в налоговую инспекцию не приходя, собственно, опять же, через интернет. Ну, там в течение 20-30 минут совершенно спокойно можно разобраться с этим. Какие еще плюсы? Уменьшается количество проверок налогоплательщиков. Вот сейчас при том, что у нас реализуется вот такой порядок применения ККТ, самое главное, это есть возможность у налоговых органов осуществлять риск-ориентированный подход. То есть проверять тех, кто попадает в зону риска, и не проверять тех, кто изначально благонадежен, да? Поскольку вся информация о расчетах, которая осуществляется с помощью новых контрольно-кассовых аппаратов, она сразу же передается в налоговую службу. Вот в чем революционность. Если есть информация о том, какая выручка, какие продажи и так далее, какая налогооблагаемая база у этого представителя бизнеса, и мы видим, что все нормально, все хорошо, то зачем туда выходить на проверку, да? То есть, соответственно, в зону риска попадают те, кто вот что-то делают не так, да, получается. Вот. Ну, то есть, и опять же, еще один плюс для пользователей ККТ, они отказались от обслуживания в центрах технического обслуживания, так называемые ЦТО, которые взимали в обязательном порядке плату там, да. А вот, то есть теперь в этом нет необходимости. Собственно, вот такие вот основные нюансы, которые касаются вот этого нового порядка применения ККТ. Новый порядок применения контрольно-кассовой техники утвердил и новые требования к ним. Какие они?
Вот сейчас такое самое главное, да, действительно новый порядок, да, собственно, он отражает именно и само новое понятие контрольно-кассовой машины, да. И если вы посмотрите на картинки, то вы поймете это даже как бы невооруженным глазом. Вот сейчас контрольно-кассовый аппарат, он принципиально отличается от старого. Значит, сейчас это некое компьютерное устройство, электронно-вычислительная машина, которая имеет возможность сохранять сведения о платежах, фискальные данные. Да? Вот это главное. И, соответственно, новый контрольно-кассовый аппарат обязательно должен иметь возможность значит, передавать информацию о покупках и, соответственно, там, продажах, да, в электронном виде в Федеральную налоговую службу. Основное условие при этом становится подключение к интернету, поэтому мы говорим, очень часто можно вот в СМИ услышать это, да, что это теперь называется как бы новая онлайн-касса или электронная касса. Это действительно так, потому что это основное условие. И второй момент. Вот эта контрольно-кассовая техника, она снабжена специальным устройством – фискальный накопитель. Вот этот фискальный накопитель, он как раз и позволяет, собственно, содержать эту информацию о ваших платежах, да, и расходных всех операциях. Вот, и, соответственно, шифрует ее. То есть, в общем-то, все это передается туда, куда нужно, в Федеральную налоговую службу. Вот такие самые главные основные моменты. Ну, и единственное, что здесь еще одно звено возникает у нас, вот эта информация, она передается через специализированную организацию, так называемый оператор фискальных данных. Вот с этой организацией необходимо заключить договор. Вот, значит, все эти операторы фискальных данных имеют специальную лицензию ФСБ, то есть вся ваша информация, то есть что это гарантирует, да, что вся ваша информация, она по закрытым каналам в режиме онлайн дойдет до Федеральной налоговой службы. Собственно, вот такой принципиальный момент. А есть ли категории налогоплательщиков, которые вообще могут не применять новую онлайн-кассу? Ну, есть некоторые исключения. Значит, что это за исключения? Ну, в первую очередь хочу сказать, что в прошлом году правительством Рязанской области был принят перечень. Да? Это так называемый перечень отдаленных и труднодоступных местностей. Вот на территории этих местностей вести бизнес можно, собственно, без применения контрольно-кассовой техники. Но я хочу сказать, что это достаточно большое количество населенных пунктов, чуть более 2000. Вот. И мы говорим о том, что действительно там, где местность, ну как мы говорим, глухомань какая-то, да, то есть, ну, действительно, вот такое, вот этот момент учитывается. Но мы не забываем о том, что вне зависимости от того, где осуществляется деятельность, у нас в обязательном порядке применяют ККТ те, кто используют, те, кто продают подакцизные товары. Ну, там, в частности, алкоголь, табак и так далее, да, вот, то есть, тут уже на них эти исключения не действуют. Но и есть еще перечень, совершенно конкретный перечень, где перечисляются виды деятельности. Они такие, знаете, мелкие, но тем не менее какие-то тоже социально значимые, да, при осуществлении которых в принципе не нужно использование ККТ. Ну, в частности, это там ремонт и покраска обуви, изготовление ключей, металлическая галантерея, да, продажа кваса с цистерн, да, там, мороженого на лотках и так далее. То есть, ну, вот какие-то такие мелкие вещи, продажа газет, журналов, вот, которые, в общем-то, могут вне зависимости от того, где и что осуществляется, не применять ККТ. Реализация нового федерального закона предусматривает плановый переход на новую контрольно-кассовую технику. Расскажите, пожалуйста, как это происходит? Ну, действительно, чтобы понять, вот сейчас буквально, да, мы с вами вот так четко на пальцах как бы посмотрим, какие категории, когда должны установить контрольно-кассовую технику, да? То есть весь этап перехода на новые онлайн-кассы разбивается на два основных. Первый этап закончился 1 июля 2017 года. Вот к этому моменту те, кто и по старому порядку обязан был применять, и по новому, соответственно, обязан применять, вот, должны были установить новые онлайн-кассы, полностью заменить старые, которые у них были. Ну, это в основном, конечно, представители крупного бизнеса, это сетевики и так далее, которые находятся на общей системе налогообложения, на упрощенной системе налогообложения. Это, как мы уже сказали, торгующие подакцизными товарами в обязательном порядке. Вот, для них жестко с 1 июля 2017 года уже действовало правило, что ни старая не должна быть касса, ни вообще никакой кассы. Да? То есть у них четко это вот до 1 июля было сделано.
А вот, значит, второй этап у нас разбивается на два подэтапа. Это то, что касается мелкого и среднего бизнеса, да? Первый этап. До 1 июля 2018 года у нас устанавливают кассы в обязательном порядке плательщики единого налога на вмененный доход и патента, которые задействованы в сфере торговли и общественного питания, но имеют наемных работников. Вот они в обязательном порядке до 1 июля 2018 года. И также организации индивидуальные предприниматели, которые имеют наемных работников и, соответственно, у них имеется в собственности торговый автомат. Второй срок – это 1 июля 2019 года. Вот здесь все те, кто у нас остался, они должны перейти в обязательном порядке на новые наши электронные кассы. Это и плательщики ЕНВД, и патенты, которые заняты и в сфере торговли, и в сфере услуг, и в сфере общественного питания, вне зависимости от того, имеют они, да, наемных работников не имеют и так далее. То есть у нас с 1 июля 2019 года все переходят на новые кассы. Ну, соответственно, вообще на новые, потому что больше ни на какие перейти невозможно, да? Вот. И остаются только те категории, о которых мы говорили, которые либо четко прописаны в федеральном законе, что да, можно, вот я занимаюсь ремонтом обуви, я не буду переходить, в принципе, да, на использование ККТ. Либо они попадают у нас в первый перечень, да, о котором мы уже говорили. Какие результаты первого этапа? Ну, очень большая работа была проведена. Налоговые органы Рязанской области, значит, охватили очень, так сказать, информационно масштабно, да. Это было взаимодействие с объединениями предпринимателей, это были и встречи, и форумы, и семинары, и так далее, да. То есть к 1 июля 2017 года должны были на территории Рязанской области установить порядка 10 тысяч касс нового образца. Все это было выполнено в полном объеме. То есть план, как бы, да, скажем, такой по переходу, он был реализован очень успешно. Все какие-то острые моменты, которые были, пытались, да, какие-то вот там возникали, да, то есть все это достаточно оперативно решалось. Действительно, очень серьезная работа была проведена. Ну, собственно, вот он результат, да. А вот, естественно, что за это время с 1 июля по настоящий момент еще большое количество контрольно-кассовой техники прибавилось у нас, да. Вот, то есть работа идет. Продолжается информирование, если есть какие-то затруднения, да, особенно сейчас, когда у нас идет мелкий, да, бизнес, то есть уже не крупные какие-то вот игроки, да, если у них возникают какие-то проблемы, пожалуйста, мы ждем вас лично в инспекции. Да. Каждая налоговая инспекция практически еженедельно проводит мастер-класс. То есть приходите со своим аппаратом, без своего аппарата, да, там, как вам удобно, значит, в любую налоговую инспекцию. Есть телефоны горячей линии. Значит, расписание мастер-классов, телефоны горячей линии, все вывешены как в операционных залах самих инспекций, так и на сайте ФНС России. Налог.ру есть специальный раздел, касающийся контрольно-кассовой техники, вы там все это найдете. То есть у кого есть проблемы, мы поможем вам их решить, да, то есть было бы желание. Наверное, самый главный вопрос, предусмотрена ли какая-то компенсация для предпринимателей, которые покупают новые контрольно-кассовые аппараты? Вот очень хороший вопрос, потому что эта тема, компенсация, да, расходов за приобретение новых аппаратов, она очень активно обсуждалась весь прошлый год. Да? И в конце 2017 года был принят федеральный закон, который четко утвердил, да, как бы новое положение, что определенные категории индивидуальных предпринимателей могут получить вычет. Это в первую очередь индивидуальные предприниматели, которые применяют ЕНВД, и вторая категория, применяющие патентную систему налогообложения. Вот они получают компенсацию в размере 18 тысяч рублей за, не более 18 тысяч, за каждую приобретенную контрольно-кассовую технику. Значит, получается, что у нас? То есть, если вы используете в контроль, в своей деятельности, да, которая подпадает вот под этот режим ЕНВД или патентная система, несколько кассовых аппаратов, то на каждую вы получите компенсацию. Единственное здесь условие – это то, что техника должна быть зарегистрирована в установленный срок. Если ваш срок 1 июля 2018 года, то зарегистрировав 2 июля 2018 года, вы на компенсацию претендовать уже не можете. Да? То есть это четко надо помнить. Если у вас срок 1 июля 2019, то же самое соответственно. Да? То есть вы в установленный законом срок регистрируете ККТ, и ваши расходы сводятся к нулю. То есть это на самом деле очень важный момент, и он позволяет нам, скажем так, малый бизнес, да, вот как раз избавить от трат,
каких-то дополнительных, да, вот, поэтому на сайте налог.ру есть все разъяснения, как получить тот или иной вычет, ну или также можно обратиться в налоговую инспекцию. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, а на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.